Энергетический факультет образован в 1951 году. Сегодня здесь готовят профессионалов, которые разрабатывают проекты энергетических объектов и вводят в эксплуатацию сложные энергосистемы. В состав факультета входит 2 члена-корреспондента Академии наук России, 15 докторов наук, 14 профессоров и 57 кандидатов наук. Преподаватели факультета имеют большое количество российских и международных наград и почетных званий. Они ведут серьезные научные исследования, участвуют в российских и международных симпозиумах и конгрессах. На факультете введена многоуровневая система высшего образования – бакалавриат, магистратура и аспирантура. Главная особенность образования на факультете в том, что обучение проходит не по одной специальности, а по целому ряду связанных между собой специальностей, которые обеспечивают все профили подготовки, востребованные в энергетике. Уже несколько лет факультет готовит профессионалов по электротехнологиям, без которых невозможно ни одно современное производство. Во время учебы на энергетическом факультете студенты имеют возможность получить рабочую специальность электромонтажника, электросварщика или оператора котельной. Это помогает будущим специалистам узнать профессию изнутри и стать грамотными руководителями. Факультет вошел в проект элитного образования. Преимущество элитного образования неоспорим. У студента есть серьезный потенциал карьерного роста, ведь за время учебы он получает дополнительные знания более высокого уровня. На базе факультета созданы объекты генерации электрической и тепловой энергии, которые позволяют получать бесценные навыки будущей профессии. У нас созданы реальные условия для того, чтобы студенты получали практические навыки работы с оборудованием. В частности, у нас есть ветроэлектростанция, на которой студенты могут проводить как лабораторные работы, так и заниматься научными исследованиями. Научная деятельность факультета формируется на основе прорывного научного направления «Цифровая распределенная энергетика и интеллектуальный электропривод». Развивая это направление, студенты участвуют во всероссийских и международных конференциях, олимпиадах, конкурсах и занимают призовые места. Лучшие специалисты получают стипендии от энергетических предприятий. Студенты факультета обретают качественные теоретические знания и формируют профессиональные навыки во время практики на предприятии. Сейчас энергетика динамично развивается, и нам нужны креативные ребята, которые могут неординарно мыслить и могут предлагать какие-то интересные идеи и концепции. Поскольку энергетика – одна из самых развитых сфер, после окончания учебы 100% выпускников находят себе высокооплачиваемую работу. Для этого проводится серьезная работа по взаимодействию с работодателями. Составляются профильные договоры, которые помогают готовить специалистов тех профилей, в которых нуждается современная энергетика. В период летней практики студенты могут стать участниками стройотрядов и не только получить первые навыки профессии на действующих объектах энергетики, но и хорошо заработать своим трудом. Энергетический факультет проводит обмен студентами с вузами Казахстана и Китая, Чжэцзянским океаническим и Северо-Китайским электроэнергетическим университетом. Бакалавры энергетического факультета участвуют в программах включенного обучения, что дает возможность пройти часть обучения за рубежом. Магистры факультета принимают участие в программах двойных дипломов, таким образом получая диплом российского и зарубежного образца. Высококлассный специалист – это не только технарь, но и всесторонне развитый человек. Гармоничному развитию личности на факультете уделяется большое внимание. Остроумные и веселые могут попробовать силы в факультетской команде КВН. Участники творческой деятельности отмечены как самые активные даже на всероссийском уровне в ежегодном фестивале «Весна студенческая». На территории студгородка есть бассейн и тренажерный зал. Если вы хотите овладеть искусством создания новых электрических машин, владеть и управлять энергией в нашем обществе, приглашаем вас учиться к нам на энергетический факультет. Южно-Уральский государственный университет. Учись и будь первым!